В эти выходные в Токио проходит конкурс на лучшего робота Лего. Здесь мы встретились с победителями и увидели, что дети знают об изменении климата и интересуются математикой и наукой. Школьники в возрасте от 9 до 15 лет создают и программируют роботов Лего, которые выполняют различные команды в ответ на изменения окружающей среды. Выполняя задачи, направленные против глобального потепления, дети строили дамбы и подъемные сооружения, готовясь к повышению уровня моря. Все конструкции и даже призы были сделаны из кирпичей Лего. В последние годы дети теряют интерес к математике и науке. Благодаря этим соревнованиям мы хотим изменить эту ситуацию. Первая Япония организовывала этот конкурс. Это некоммерческая организация, которая занимается продвижением науки и образовательных технологий для развития детей. Две команды-победительницы выиграли билеты на участие в первой лиге Лего, мировых чемпионатах, которые состоятся в этом году в США и Дании. Я рад тому, что смог узнать об изменении климата, а также выиграть соревнования. Хирамичи Нишина, чья команда выиграла второе место, продолжил. Я волновался, удастся ли нам выйти на чемпионат мира. Я рад, что мы этого добились. Лего, датская фирма, которая в 1932 году приступила к производству деревянных игрушек, таких как утки и грузовики.